Здравствуйте, сегодня будем вязать ажурный узор, который называется цепи. Для образца набираем количество петель, кратное 4, плюс 2 кромочные петли. Первый ряд узора. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. Провязываем 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночных, 1, 2. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 4 петель. Затем повторяем 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночных, 1, 2, 2 лицевые, начинаем сначала, 2 изнаночных, 1, 2. Итак, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, вяжем до конца первого ряда. Второй ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. Провязываем 2 лицевые, 1, 2, 1 изнаночную. Затем делаем накид и провязываем еще одну изнаночную. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. 2 лицевые, 1 изнаночная. Делаем накид, 1 изнаночная. И так будем вязать до конца ряда. 2 лицевые, 1 изнаночная. Делаем накид, 1 изнаночная. Затем повторяем сначала. 2 лицевые, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Итак, вяжем до конца второго ряда. Третий ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт по горизонтали. Провязываем 3 лицевые, 1, накид провязываем лицевой, 2, и третья лицевая, 2 изнаночных, 1, 2. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. Первая лицевая, вторая лицевая это накид, третья лицевая, 2 изнаночных, 1, 2. Затем повторяем сначала. Лицевая 1, накид лицевой 2, лицевая 3, 2 изнаночных. Итак, чередуя 3 лицевые, 2 изнаночных, вяжем до конца третьего ряда. Четвертый ряд. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт по горизонтали. Провязываем 2 лицевые, 1, 2, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. 2 лицевые, 3 изнаночных. 1, 2, 3. 2 лицевые, 3 изнаночных. 1, 2, 3. 2 лицевые, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Итак, чередуя 2 лицевые, 3 изнаночных, вяжем до конца четвертого ряда. Пятый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. 1 лицевая петля. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой. Провязываем 2 петли вместе лицевой. 2 изнаночных. 1, 2. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Лицевая. 2 вместе лицевой. Провязываем 2 петли вместе. 2 изнаночных. Затем повторяем. Лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночных. Итак, чередуя, будем вязать до конца пятого ряда. Как вы заметили, во втором ряду у нас количество петель увеличилось, а в пятом ряду у нас количество возвращается на прежнее место. Итак, вяжем до конца ряда. Шестой ряд. Кромочную вяжем лицевой. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. 1 лицевая петля, накид, лицевая, 2 изнаночных, 1, 2. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных. В шестом ряду у нас также количество петель увеличивается. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных.
лицевая, накид, лицевая, две изнаночных. Итак, чередуя, вяжем до конца шестого ряда. Седьмой ряд. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. Провязываем. Две лицевые, один, два, три изнаночных. Один, накид провязываем изнаночным и третья петля. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Две лицевые, один, два, три изнаночных. Первая изнаночная, накид, вторая изнаночная и третья изнаночная. И так будем вязать до конца ряда. Провязываем 2 лицевые, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Вяжем ряд до конца, чередуя 2 лицевые, 3 изнаночные. Восьмой ряд. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 изнаночных, 1, 2. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 изнаночных, 1, 2. Повторяем сначала. 3 лицевые, 2 изнаночных. Итак, чередуя 3 лицевые, 2 изнаночных, вяжем до конца 8 ряда. 9 ряд. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, 1, 2, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной. Следующие 2 петли вяжем вместе изнаночной петлей. Вот мы связали раппорт по горизонтали. В 9 ряду количество петель у нас возвращается. Затем повторяем. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. И так будем вязать до конца ряда. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. И так, чередуя, вяжем до конца 9 ряда. Довязав 9 ряд, мы связали весь раппорт узора. 10 ряд будем вязать со 2 ряда. Вот я связала еще 2 раппорта. Вот такой ажурный узор цепи у нас получился. Узор этот двухсторонний. С двух сторон он выглядит одинаково.